Начальник территориального отдела «Видное Центральное» Светлана Степина рассказывает, что собаководы неоднократно обращались с просьбой обустроить специальное место для выгула домашних питомцев, так как в черте города такой территории никогда не было. Выходили с жителями, с собачниками, искали место. Одно из предложений было вот как раз это. Потом Тимоховский парк, ПЛК 78, но в Жуковском проезде. Несколько мест рассматривали и в итоге выбрали вот это место. Оно удаленное, всех вроде как устроило. Идею активно поддержали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Обращались к Алексею Петровичу Спасскому пару раз с этим вопросом. Вот, соответственно, глава округа дал поручение найти подобную площадку для строительства. Стараемся все замечания учесть, которые жители просили при этом, чтобы это не на глазах, чтобы это было все как-то благоустроено и не так видно, заметно. Ну, в общем, хорошее место. Все его одобрили. Замечаний вот по выбору места не было совершенно ни у кого. Зона для выгула собак площадью 330 квадратных метров будет расположена во овраге на Школьной улице, недалеко от дома 55А. Это будет металлическая лестница, поскольку собачья площадка будет находиться во овраге. Это будет металлическая лестница, широкая достаточно для того, чтобы спуститься, полностью из металла сделана. И внизу будет сделан водоотвод, чтобы площадку не заливало водой. Основание у площадки будет это дресва и вперемешку с крошкой, чтобы собачкам было удобно бегать. Помимо просторной игровой зоны для домашних питомцев, также установят три элемента для профессиональной дрессировки. Местная жительница Светлана, хозяйка американского стаффордширского терьера по кличке Марго, с нетерпением ждет открытия. Вы будете там гулять, если она появится? Конечно. Или также будет? Ну, нет, конечно, буду. Конечно, да. Там будут элементы. Вот вы дрессируете собаку? Да. Для безопасности площадка будет огорожена по периметру 3D-сеткой высотой в 4 метра. Все работы планируется завершить в течение месяца. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.